Да, давай, Зинка, спасибо. Да, пошел я искать игрушки Кузьмыча. Давай, удачи. Привет всем, друзья, и гости канала. Мы продолжаем играть в Farmer Simulator 22. И что ж, снег, друзья, пошел ночью снег. Я даже немного околел. Вот как вы видите, сейчас минус 4 градуса. Охренеть. Друзья, минус 4 градуса, я уже даже не знаю, что делать. Так холодно уже, обычно кофе. Ну что ж, сегодня мы будем искать игрушки Кузьмыча, друзья. Немного даже вода заледенела. Так, это что? Посевы засохли, ну естественно. Вот, 14 декабря у нас. Вот, и сегодня мы будем как бы зарабатывать, друзья, с вами. Вот, аж заикаюсь, какая холодина. Вот, зарабатывать сегодня будем. И работать. Тут, видимо, у нас уже ячмень тоже растет. Короче, как-то так. Сейчас, друзья, я подожду. Наверное, буду ходить, бродить, потому что я карту не знаю. Вот, давайте мы посмотрим, что по БУ технике у нас. А по БУ технике у нас вот такой вот погрузчик, который, собственно говоря, надо будет бы прикупить. Так, ну эти два исчезнут первые, поэтому погрузчик еще, наверное, останется. Да, друзья, вот. Заснежило все, наши теплицы тоже. Немного заснежили. Да, конечно. Да. Все наши поля. Вот, ну что ж, я, друзья, наверное, ибо трактор возьму, ибо поеду, ибо буду так искать, вот, потому что холодина жуткая, я не знаю, даже трактор заведется или нет. Вроде завелся, и уже он кто-то катится на оборотах. Так, ну это хорошо, конечно, друзья, но он... Вот, теперь он не катится. А вот, и я думаю, что мы, друзья, сами здесь поедем. То есть, поищем, побегаем. Вот, все-таки нам надо игрушки найти. Вот. И, друзья, что же, начинаются наши поиски игрушек. Вот, поиски раритета. Поехали. И куда меня завезли, друзья, я не понимаю. Завезли меня куда-то. О, может, в этом старом доме есть что-то. Друзья. И, скорее всего, нет. Есть, друзья, гляньте. 6, хорошо. Вот, и тут мне Зинка сказала, что как бы здесь вот есть поля. Вот, вот такое вот поле, но оно здесь не обозначено номер. Вот, напишите в комментариях, что это за участки и как мне их добыть, друзья. И что ж, наверху там тоже есть игрушка. И зачем мы собираем эти все игрушки, друзья? Во-первых, чтобы заработать денег. Во-вторых, местный коллекционер сказал нам, если мы соберем одну коллекцию полностью, то есть все 10 игрушек, то он нам даст 100 тысяч. Друзья, вы представляете? 100 тысяч. Это что-то с чем-то. Поэтому мы и собираем вот эти коллекции. Также там я уже видел. Так, ну мне тут еще
Немного осталось. Думаю. Думаю, сейчас справимся. Аккуратно надо. Ступеньки, друзья, уже скользкие. Да что ж такое? Такое чувство, что я целую вечность сюда лезу. Так, и вот. Осталось 8. Хорошо. Вот такие виды отсюда открываются. Также давайте, друзья, мы посмотрим, что в этом доме. Вот как раз зима, делать особо нечего. Газонокосилка. Так, ну и не зря мы сюда пришли, осталось 7. Хорошо. Это хорошо. Вот Кузьмыч нам. Так, нам же надо тут, друзья, поаккуратнее. И лошадка. Тоже осталось 7. Так, и кто-то мне там говорил, что здесь есть какая-то пещера. Ну, давайте, друзья. Это что, мячик? Давайте, друзья, мы спустимся вниз, посмотрим, что за пещера. Вот. Тут просто и правда есть какая-то пещера. Местные мне рассказывали, что здесь есть какая-то пещера. Так, это что тут, собственно говоря? Баня, да, так понимаю. Не завалялись ли здесь игрушки? Так, там надо, друзья, поаккуратнее. Очень, друзья, холодно. Местные тут тоже ходят. Так, где же это, друзья, собственно говоря, пещера, в которой есть много игрушек, мне тут Михалыч рассказывал, что здесь есть пещера. Так, здесь, наверное, надо обойти. Я так думаю, что вот там, друзья, какая-то есть пещера. Так. Вот она, да? Это самая пещера. Ну, пойдемте. Только здесь ничего нет. Есть, друзья. Есть здесь и есть. Осталось 5. Отлично. Ух ты, друзья, гляньте. Здесь и правда. Осталось 8. Здесь и правда можно заработать. Нифига себе. Так, а если по воде? Здесь нам сказали, что вроде вода как может быть теплая. У-у-у. Нифига, друзья, она не теплая, она холоднючая, эта вода. И я даже не знаю. Вот, друзья, еще один трактор. Осталось 6. Супер. И здесь же выход из этой пещеры, да? Но я вам, друзья, скажу, что я даже не знал. Сюда, походу, можно туристов приводить, да, вот, чтобы смотрели на это все. Так, где тут еще? Нам же надо здесь все тщательно осмотреть, аккуратно, тщательно.
Вода тут прозрачная, чистая. Я думаю, что мы сюда даже будем приходить купаться. Летом, потому что зимой, друзья, можно заболеть. Так, здесь что? Это... Так, это туда. А я никак сюда не заб... А нет. Друзья, это круто. Вот такая пещера. Я давно по пещерам уже не ходил. И что, друзья, я там вижу? Комбайн. Осталось 5 комбайнов. Супер. Это очень круто. Так. Ничего здесь я уже не забыл, не? Нет, наверное. Да, друзья, тут, конечно... Я еще раз бегаю, посмотрю, что там. И вернусь. И я везде, друзья, уже полазил. И не нашел пока что игрушки. Скорее всего, мы с вами все игрушки собрали. Отлично. Просто класс. Теперь надо искать другие игрушки. Может, тут что-то нет? Теперь надо как-то, друзья, залезть наверх. Вот оно, это озеро. Это пещера. Вот так, друзья, она выглядит. Что ж, пошлите дальше. Вот, в принципе, ну, я думаю, мы сюда летом будем приходить. Потому что уже снег, видите, лежит. Уже не очень. Вот. И скоро, друзья, у нас Новый год. Вот, скоро у нас будет елка уже стоять. Вы представляете? Скоро у нас будет елка. Кстати, домик. Да, я так думаю, баня какая-то. И здесь ничего тут нет, не завалялось. Ну что ж, пойдемте дальше, друзья. Собирать раритет. Может быть, что-нибудь мы и насобираем. Еще одна игрушка. Осталось 6. Там, кстати, надо еще, друзья, посмотреть. Здесь нету. Думаю, что здесь нет. Пойдемте дальше. Ну, естественно, мне придется, друзья, плыть. Как еще? Осталось 5 составов. Ну, естественно, мне надо будет переплывать через холодную реку. Вот прям... Замерз, вымок весь, как собака. Надо будет потом погреться. Ну что ж, друзья. Обнаружил я вот такой дом. Значит. В который можно зайти и увидеть правильно вот такую фигурку. Это, считайте, друзья, дом сельсовета. Ну как дом сельсовета? Вообще, друзья, если уточнять, это дом... Как бы местного тоже фермера. Но вообще, да, теперь это дом, друзья, сельсовета. Сейчас. Вот, раньше был это дом фермера, а теперь здесь уже сельсовет.
Погнали дальше. Я сейчас себе меточку на карте поставлю и продолжим поиски дальше. Также зерновая мельница. Кстати, друзья, Михалыч сказал, что мы можем купить потом зерновую мельницу. Что, собственно говоря, здесь будет производиться мука. Но она стоит 96 тысяч. Я думаю, нам надо притормозить пока что. С этой идеей 96 тысяч все-таки. Здесь нету пока что, да, ничего. Что ж, я пошел дальше, друзья, по холоду искать эти игрушки. Добежал я до ближайшего моста и увидел. Осталось 7 коров. Отлично. А под мостом может быть что-то? Опять в воду лезть. Капец. Под мостом ничего нет. Отлично. Я вижу там еще домик. И вижу там еще какую-то ферму. Может быть, туда пойти. Что ж, давайте сбегаем. Сегодня день просто самый лучший. Для меня. Кто бы знал, что здесь может быть эта фигурка. Что ж, пошлите к тому дому, вот там ей хата. Вот, погнали к нему. Вы скажете, зачем я запись постоянно останавливаю? А потому что на морозе камера не очень нормально работает. Так, а здесь же можно войти, я же знаю, но... Соседи, наверное, они сказали, что нет. Да? Соседи, наверное, не пускают, друзья, нас. Так. А здесь фигурки-то нет. Или есть? Потому что если есть, а мне соседи говорят, что нет, это будет не очень хорошо. Так, а здесь что? Вот вообще нехорошо, что мы шаримся по домам. Но... Да. Фермер-симулятор, что вы хотели. Соседи это, наверное, оборвало. Кто-то отпилил все-таки низ столба и, не знаю, какой-то хулиган, наверное. Мячик. Кстати, газонокосилка. Да. Что у нас здесь еще есть? Я вот по всем домам буду ходить, пока не найду игрушку. Опять вода. Опять, друзья, вода. Наверное, мне надо будет, чтобы Зинка мне варила чай после таких вот походок. Потому что уже замерз, капец. О, что ж, надо идти дальше. Я вижу там еще какую-то хату. Это, оказывается, друзья, еще один... Еще один, ну, не сельхоз, торговля техники, а другой магазин, который торгует машинами. Вот, но не машинами, а запчастями, можно даже так сказать. Запчастями для комбайнов, тракторов и так далее.
ходил, значит, я, друзья, на вот такую площадку, которая будет игры здесь проводиться. Вот. Ибо футбол, ибо я не знаю, что еще. Вот, и там оказался мне вот такой подарочек. Что ж, пошлите дальше. Пришел я на соседскую ферму. Оказывается, здесь тоже есть ферма. Я не знал, друзья, что здесь тоже есть ферма. Мы могли эту ферму купить, могли разные вообще фермы, друзья, покупать. Я не знал. Что ж, это круто, но я так подозреваю, что здесь тоже есть какая-то игрушка, но... Да. Кузьмыч нам дал непростую работу. Собрать все его игрушки. За один день, наверное, не справимся, друзья. Я так думаю. Хотя. Можно, но... Здесь надо всей командой, бригадой играть. Работать, кстати. На амбарах может быть еще. Но что-то здесь не видно. Там дальше, гляньте, вообще все заснежило. Круто. Так, и я дальше, друзья, буду искать. Вот, надеюсь, что я хоть что-нибудь-то найду. В общем, нашептал мне тут один сосед, один фермер, что игрушки, возможно, на этом мосту, то есть под этим мостом три игрушки. И правда, друзья, гляньте. Охренеть. Три игрушки сразу. Супер. Вот, день сегодня выдался удачным. Я продолжу собирать игрушки. Игрушек, кстати, тут возможно кого-то электричество, друзья, тут чинят. Вот, я знаю, что еще здесь есть какие-то игрушки. Еще 4 цистерны. Отлично. Это же, друзья, просто радость какая-то. Дофига игрушек за один день. Даже за час реального времени. Дофигища игрушек. Круто. Реально, друзья, круто. Ну что, друзья, я на этом буду предлагать заканчивать. Встретимся уже с вами в следующей части. Вот, уже думаю, весна будет. Я пособираю немного игрушки. Ну и еще, возможно, запишем одну серию по зиме. Потому что мне хочется собрать всю коллекцию этих игрушек. Поэтому как-то так. Сейчас еще немного полажу. Посмотрим, что у нас еще есть. Зинка разрешила залезть на ее магазин. И смотреть, что я еще тут нашел. Овец 6 осталось. Ну что ж, друзья, я, наверное, на этом предлагаю заканчивать.
Спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте ставить лайки, подписываться каналом. Всем удачи и всем до скорых встреч. Пока-пока.